Ну вот, дорогие друзья, добрый вечер. Время 6 часов вечера. Мой рабочий день подходит фактически к концу. Осталось добраться до города Великого Новгорода из Старорусского района. Блин, как человек-невидимка. Блин. В маске, в очках. Трудимся. Сегодня хоть поработали. Вот. Прокатились по Старорусскому району, Великий Новгород, потом опять в Старорусский район. Хоть как-то развеселился. Вот. Вот так меня, чтобы видно было, то в маске, в этом. Так что, друзья, приветствую вас на канале Больших Груз 53 Рус. Вот он и я, который все эти дни показывал вам видосы в игре прохождения Евротрак Симулятор 2. А работаю водителем, как вы поняли, да. Почему я и стал снимать, потому что хотелось, вот, и не могу уже, меня вот, люди сидят, не знаю, чем бы дома заняться. Так что выезжаем Великий Новгород. И вот сегодня у нас 22 апреля 2020 года, 6 часов вечера, да, как я и сказал. И руководителю я говорю, ну и когда на работу, что в конце мая. Я говорю, ну тут осталось-то сегодня 22, ну от силы там 9 дней. Я говорю, и на работу, думаю, неделька, неделю подождать и все. Вот. Она говорит, почему неделя, месяц? Я такой думаю, какой месяц-то? Она говорит, да в конце мая, возможно, на работу, в конце мая. Блин, еще только апрель месяц, это пипец, у меня уже голова вот, блин. Думаю, этому, кто это придумал, коронавирус этот, блин. В задницу бы запихал эту пробирку бы, и туда бы, блин, и пусть ходил бы с этим короной. А так вот трудимся. Ну пипец, я конечно сейчас ее сниму, потому что один сейчас поеду в машине-то. Надо вот еще чего. Руки обработать. О. Ай, руль все обработаем спиртиком. Ах, хорошо. Ах! Почти пятница. Ну, по запаху. Сейчас как возьму на месяц-то 3 литра самогона. И будем с вами опять продолжать играть. Так что вот, ребята, утренний. Выехал я утром в 6 часов утра. Дорога подразбита. Вот, работаю уже 6-18-12 часов рабочий день у меня. Сегодня уже 12. Плюс полтора. Так что. А что делать?
кредиты, надо работать. Ипотека, кредиты. Так что, ребята, подписывайтесь на канал Большой Груз 53 Рус, ставьте лайки. Я очень, как сказать-то, мне очень приятно, когда ко мне подписываются, ну, люди там добавляются, да, друзья. Вот, спасибо всем, кто мне помогает и помогал, ну, и помогает в этой, в игре Евротрак Симулятор. Александр Ляхову, Санкт-Петербург, привет. Никита 34, тоже привет тебе. Вот. Саратов, тоже Илюхи. Самару, Илюхи. Руслану, Юшко. В Республику Беларусь, город Минск. А также Бананчику, привет. Это подписчик Бананчик. Город Уфа, Республика Башкирия. Ну, он банан как бы, Бананчик, я его Бананчик. Так что, пацаны, прорвемся. Главное не болеть, здоровья всем. Так что подписывайтесь, кто смотрит первый раз видосы. Это почти стрим. Ой, так надо было запустить стрим. Сейчас мы попробуем запустить. Не знаю, получится, не получится. Ладно, все, спасибо, что ко мне подписались. Всем удачи. Всем пока-пока.